Астанчанин высыпал в Кабейтус вывезенную из озера соль. Житель Нур-Султана попросил прощения за то, что ранее вывез соль из уникального озера Кабейтус и нанес тем самым ущерб экологии. Въезд на озеро Кабейтус закрыт, там установили блокпосты. Здесь, по словам жителя столицы Асхата Ахмедиярова, он встретил акима района и объяснил ему цель поездки. К счастью, он вошел в положение и позволил нам проехать. Я вернул соль озеру. 2 недели назад я тоже поддался этому искушению, признался он. После этого он и его спутница, по словам Ахмедиярова, убрали мусор на прибрежных зонах и вывезли его в город. Розовое озеро Кабейтус стало излюбленным местом отдыха астанчан в этот карантин. Ради красивых фото в розовой воде к нему едут сотни людей. В Минэкологии посчитали, что озеро Кабейтус может исчезнуть из-за варварства людей и решили его закрыть.